Сегодня в немецком Киле стартовала Балтийская регата открытого моря Nord Stream Race 2018. Победители национальных парусных лиг стран Балтики – Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России – пройдут на монотипных скоростных 50-футовых парусных яхтах от Германии до России. Первый этап Киль-Копенгаген – это порядка 150 морских миль. На борту парусных болидов команда Германии, Северогерманского гоночного союза, команда Дании из яхт-клуба Фредерикс-Хаппена, команда Швеции, Королевский яхт-клуб Стокгольма, команда Финляндии, яхт-клуб Аландских островов и команда России, повелитель паруса Азии из Екатеринбурга. Интересно отметить, что для датчан и яхт-клуба из Екатеринбурга, повелитель паруса, это уже второе подряд участие в Nord Stream Race. Экипаж Северогерманского гоночного союза – многократный участник предыдущих сезонов Nord Stream Race. На счету этого клуба победа в сезоне 2016 года. Нововведением Nord Stream Race 2018 стало участие флота в крупнейшем мировом парусном фестивале в Киле. В Дании гоночная деревня развернется в центре Копенгагена, около впечатляющего оперного театра. В шведской столице участники Nord Stream Race присоединятся к исторической гонке вокруг острова Готланд. Дальше будет заход и береговые гонки в Хельсинки, и гонка до Санкт-Петербурга. Так-то мы довольны, лодка очень нравится, вообще кураж, адреналин, все супер. Вот. Ну, команда настроена бороться, биться.